красота. Привет, моя страна, весенний гусь с вами. Сегодня на обзоре новинка, бестселлер, хит продаж от компании Rocket. Firestorm 250. Это полноразмерный эндурик. Большой, подходящий для таких рослых пацанов, как я и, возможно, вы. Для тех, кто лишен каких-то спортивных амбиций, но хочет с яростью подавить грибы в лесу и хочет больше, чем асфальт. Потому что, ну, дорожника маловато. А эндуро – это свобода настоящая, свобода перемещения, свобода удовольствия. И именно поэтому я приобрел этот прекрасный экземпляр. Он потрясающе красив. Цветовая гамма и пластик, все очень гармонично, мне очень нравится. Обратите внимание, какой красивый у него цвет. Это не банальный оранжевый КТМовский, это какой-то цвет, оправдывающий его название Firestorm, то есть огненный шторм. Посмотрите на эти языки пламени. Помимо оригинальности этого цвета, он еще и перламутровый. То есть с дизайном в этом мотике все прям супер. Ребята постарались на славу. Модели от Rocket, это и другие, и множество других, они вполне достойны. И достаточно быстро, несмотря на то, что бренду, ну, пару лет, по-моему, достаточно быстро завоевывают популярность. В связи с тем, что цена соответствует качеству. И также в этом мотоцикле. Та цена, за которую я его купил, она просто роскошна, друзья. Если у вас есть какие-то другие варианты, напишите, пожалуйста, в комментарии, что можно купить за 170 тысяч вот в такой комплектации. Полноразмерный, только эндурик с ПТС. Этот мотоцикл с ПТС. Эндуро плюс ПТС – это вообще полная свобода передвижения, полная свобода действий, друзья. Насколько я знаю, Rocket делаются на фабрике Zoomav, очень известная фабрика своим качеством, поэтому мы и ожидаем от этого мотоцикла долгой и успешной эксплуатации. Итак, давайте с эргономикой мы разобрались, то есть от метра 70-75, наверное, до метра 90 даже, я бы сказал, он будет удобен. Но он тяжелый, он весит 130 кило, то есть дофига в нем стали. Это вполне оправдано, поскольку никаких у него спортивных амбиций нет. Нет, это мотоцикл чисто прогулочная эндуро, ну и для прокачки скиллов, и вообще для кайфа, для удовольствия. Вот для чего этот мотоцикл. В Rocket это всего два ПТСных эндурика, это вот Firestorm и Highlander. Highlander больше, там все вообще, все хорошо. Там и куча алюминия, там и маятник алюминиевый, прогрессия алюминиевая. И вилка передняя с регулировками, ну, у него и ценник там на 75 тысяч больше. И да, и мотор там с балансиром, и на бигборе, то есть там вообще полный фарш. Но на 70 тысяч дороже, и как бы получается треть доплати еще, и получишь то, что мне не нужно. То, что мне не нужен такой мотоцикл, как там. Там уже прям такой спорт, мне это вообще не нужно. А вот этот вариант мой. По органам управления здесь тоже есть на что посмотреть. Руль алюминий переменного сечения. С серьезно армированной защитой, уже идущие стоки. Вот просто одна защита стоит такая пятерку минимум. А здесь уже стоки. СВ-шные рычаги, складывающиеся вперед. Но здесь я не знаю, насколько это актуально, потому что им особо складываться некуда. Мягенькие, очень такие приятные на ощупь грипсы Ниби. Симпатичные такие минималистичные пультики, да? Из того, что не понравилось, это повороты. То есть нет центральной отщелкивалки. И вот это, ну, такой не очень. Но на самом деле выглядит забавно. Доминошка и переключатели ближний и дальний вот такой кнопкой. Здесь тоже пульт обычный такой. Все по-простому. Необходимая достаточность, не более того. Панелька приборная. Ну, почти полноценная и достаточно хорошо читается, да? Тут скорость, пробег, заряд аккумулятора, тахометр, лампочка нейтрали и показывает, какие передачи. Ну и повороты, дальний свет и трип-1, трип-2. Прям так, несмотря на то, что такая маленькая, достаточно нагружена функционалом, серьезно. USB-розетка имеется. Добавили стиля немножко, да? Но вообще почти у всего Rocket они лексусовские. Армированные гидролинии. Машинка ноунейм, правда, да, печалит. Фара светит, кстати, убойно.
Оно у нас светодиодное. Я еще не понял, есть ли у нее цвет теневая граница, но светит хорошо. Прям в гаражах наступил день, когда я ее включил. Сердце этого мотоцикла — это 172 мотор от Zonshin без балансира. И отсутствие балансира больше всего меня вводило в некие сомнения при покупке этого мотоцикла, поскольку вибрации я как бы не люблю. Ну, даже до моря доехать 200 километров, ну, вибрации будут раздражать. Одна из первых поездок. Вон двойка упаковалась, как на Северный полюс. Тесемка какой-то подвязалась прям. Вот. Едем до ближайшего болота, собственно говоря. Поэтому, что тут? Вот такой вот мопедик, вот он, красавчик, еще в пленочке даже. Катнем чуть по району. Чё так наваливает? Единственное, что пока это узкое сиденье, прям узкое. Ну-ка, ямки. Ну ничего, проглатывает. Надо заднюю подвеску пожестче настроить. Амортизатор за регулировками по сжатию отбою. В принципе, прям вот для таких денег это... Опа-опа, лежаки вообще. Все равно. Ну так, конечно, так скрюченным на дальняк не наездишься. С двойкой. На, вибрации есть. Вибрации есть, но не сказать, что они прям чудовищные, они просто есть. А вот его родная стихия. Грунтовочка, щебеночка. Ямки. Вот сюда на спектруме, допустим, это, я заезжал, но это был, конечно, ад. Вот это я и хочу проверить, насколько этот мотор как бы удобоварим для моих целей. Кстати, он легко тюнингуется, можно поставить бигбор и как бы добавить его мощности. Но скажу, для такого мотика как 21 лошади вполне себе достаточно. К тому же он комплектуется симпатичным и очень надежным карбюратором Nibe PE30. Тут все в легчайшем доступе, все регулировочки, вот они. Очень удобная крутилочка холостого хода, винт качества, все прямо отверточкой. Никакая рама тебе ничего не перекрывает, все очень удобно, очень хорошо регулируется. И вообще есть много всяких таких фишек, казалось, бюджетный мотик, но кое-где встречаются какие-то такие брендовые вещи, карбюраторы Nibe, грипсы Nibe, прекрасный амортизатор с регулировками сжатия отбоя и с выносным бачком, складные рычаги АСВ, то есть как, такие, знаете, легкие нотки какой-то какого-то такого уже качества, немножко другого уровня. Еще раз напомню, что это прогулочный эндуро, это прогулочный, лишен каких-либо амбиций, но если вы хотите немножко поучиться, вполне возможно, и вам среднеразмерный, ну вообще не по кайфу, это вот мотоцикл именно для вас. И вообще, я вам скажу, неплохо собран мотоцикл, то есть я вот его полностью из коробочки собрал, и уже наблюдаю хорошую качественную смазку в подшипниках в достаточном количестве. Как бы такой уже прогресс налицо. То обычно открываешь коробку, там все сухое аж шуршит все. Итак, спереда и пойдем назад. Значит, вилочка у нас тут 37 хром, 51-54, длиной 830, без регулировок, но вполне себе мне понравилось, как работает. Колесики, значит, 21, диски стальные, спицы 3,7, спицы, кстати, пришлось подтягивать. Тормозной диск 255, двухпоршневые суппорта, ноунейм. Вообще тормоза так себе. Я еще раз попробую прокачать, но мне пока не нравится.
Тормозная лапка стальная такая, обычная, олдовая, которая тоже добавляет веса. Движочек маркируется рокотом, но это, конечно, Zonshin. Плюсик, окошко. Кик есть, но я его сразу снял, потому что мне кики мешаются. Всегда кики, кики мне мешаются. Всегда они мне мешаются, упираются в ног, поэтому снял и повесил на крючок гаража. Я делаю так всегда. Минусы бросаются, конечно, в глаза. Например, вот незащищенная, это опять же безымянная машинка. Незащищенная, как раз тут, если катать с двойкой, то ее ноги прям как раз будут тереться. Но это можно защитку докупить и как бы, ну, ничего страшного. То есть вполне, вполне все приемлемо. Дешевизны кричащей в нем нет. Если вы не согласны, напишите в комментариях и объясните мне, что тут прям такое бросается, режет глаз и как бы, ну, неприемлемо. Тут какие-то наваренные дуги, защищающие движок. И пластиковая, достаточно толстая защита. Защитит вас от брызг, от лишнего говнища, от какой-нибудь ветки, от какого-нибудь пенечка маленького в ваш картер. No-name машинка. No-name тормоза, да, но армированный шланг. Бак здесь пластиковый, черный. 6,5 литров вмещает эта баклажка. Нет датчика топлива, и черный бак, не видно, что там плещется и сколько его там плещется. Выхлоп у нас нержавейка, смотрите, он какого интересного цвета. Такой под никель какой-то, ну классно. В общем, с дизайном вообще все неплохо, очень даже неплохо. Фильтр поролон, уже пропитан из завода. Очень красивый глушак. Очень красивый глушак, алюминий. С маркировочкой Rocket, тут такая гравировка, очень-очень. Все аккуратненько прям сделано, все неплохо. Сзади диск 225, тоже двухпоршневой суппорт. Маятник, несмотря на то, что он стальной, он сделан нормально. То есть это уже не какая-то там сраная профильная труба, как на других дешевых эндуриках. Там, ну, вы знаете, не буду называть бренды, все знают, о чем я говорю. Здесь он уже выглядит прилично, и он такой же какой-то затейливой формы, как у взрослых. Армированная гидролиния, тут намертво приделано, очень все жестко. Никаких клипсов, просто вот такие хомуты, откуда она никогда не выскочит. Хорошая, удобная система натяжения цепи. Вот классика, как должно быть. Багажничек. Багажничек имеется, то есть мы сюда можем поставить кофр или какую-то мягкую сумку. Все это мы будем делать в дальнейшем, возможно. 520-я цепь, 47-я звезда, спереди 13-я звездочка. Цепь бессальниковая, имеется ловушка цепи, имеется слайдер, имеется поддерживающий ролик. То есть, в принципе, не так уж и плохо. Имеются подножки, откидывающиеся для двойки, которые, кстати, если их не убрать, не мешаются. Стальная кочерга, подножка стальная, которая еще добавляет веса и так немало, 130 килограмм. Хорошие подножки, но я бы сделал их чуть пониже, как раз было бы мне более удобно. Это первые мои впечатления от этого мотоцикла, о коих я вам поспешил поведать. Вот только я его собрал, он горяченький еще, только из коробочки. На них сейчас реально большой спрос, то есть на складе вот на данный момент нет мотоциклов таких. Я взял один из последних, поэтому, если у вас есть желание, надо поспешить заказать. По весне все мотоциклы обычно имеют свойство дорожать. Это не реклама, это мой просто чисто такой дружеский совет. Потому что я купил буквально за три дня до подорожания. Стоил там 163, что ли, что-то такое, а сейчас он 170. То есть на 7 тысяч он уже подорожал. Я еще не решил, буду ли его оставлять себе или выставлю на продажу. Я его обкатаю, я посмотрю, на что он способен. Так же, как я тестировал Rocket Spectrum. Прекрасный мотоцикл, который мне все раскупили. Но если что, можно заказать. Это также пройдет мой гусиный тест. Конечно, особого же скачания будет, потому что, ну, я не про это. Я про эмоции, про удовольствие, про покатушки с кайфом, про какие-то небольшие путешествия и про горы, друзья. Никаких, конечно, изысков тут нет. Никакого датчика подножки нет, ничего такого, ни датчика выжатого сцепления, ничего здесь нет. Но, может быть, оно и к лучшему. Чем меньше электроники и электрик, тем меньше шанс, что она отрыгнет в самый неподходящий момент. Что мне не понравилось, вот прям, ну, то, что категорически, что мне не понравилось, это проводка. Ну, во-первых, не влагозащищенные колодки,
И они очень крупные. А места у нас тут под козыречком, под этим, под обтекателем, очень мало. На будущее я посоветовал производителю использовать долгозащитные колодки. Они меньше по размеру, ну и более надежные. Не приходится там ничего герметизировать, колхозить. Ну, а так бы, конечно, тут, ну, пайка. Грядет пайка, если я буду оставлять его себе, я буду все это перепаивать. Катаясь на этом мотоцикле, вы можете почувствовать для себя и понять для себя, насколько вам близка вообще эта тема эндуро, да? Этот мотоцикл, вот именно эта модель, для взрослых дядек, то есть не для подростков вообще нет. Вот те, кто, так, как и я, пропустил эту тему питбайков, какое-то обучение эндуро, это вот мы все пропустили, мы выросли, да, и как бы, ну, нам сейчас по трассе где-то там в лесу кайфануть, это вот оно самое оно. И, наверное, вот именно с этим расчетом и сделан этот мотоцикл. Для взрослых дядек, не имеющих эндуро опыта, для кайфа. Аппарат хороший. Привлекает внимание как раз. Так, приборочка вот такая у нас. Давайте попробуем его завести. Что у нас из этого получится, неизвестно. Но вы знаете, есть, но то, чего я как бы и не хотел, есть, но они не мелкие, они благородные такие. Простата держись называется. Я доволен мотоциклом, учитывая его невысокую стоимость и достаточно, ну, неплохую оснащенность. Напишите в комментариях, понравился ли вам этот мотоцикл, какие недостатки видны невооруженным глазом, опытным невооруженным глазом. Делая скидку на его китайское происхождение, можно сказать, что мотик в принципе норм. Он и красив, он и мне по размеру, он и достаточно мощен, и хорошие подвесочки. Сзади, кстати, амортизатор с регулировочкой. И передняя вилка такая нехилая, 37-й хром, в принципе, для такого веса вполне себе подходящий. А регулировки мне они вообще не нужны. Если жопу там еще можно под груз какой-то, да, регулировать, то перед, ну, мы спортом на нем не будем заниматься. Сексом тоже. Маловато. А локации немножко хочу сказать, где мы. Это Краснодар, конечно, и это так называемые Карасуны. Черные воды. Комсомольский микрорайон. И вот такая вот у нас природная локация есть вот с уточками. В общем, Краснодар потрясающий. Очень мной любимый. Очень солнечный, теплый, гостеприимный, сытый, жаркий. Летом очень жаркий. Летом здесь невыносимо, друзья. И очень перенаселенный сейчас. Очень-очень-очень перенаселенный. Понаехало. Из всех уголков нашей необъятной родины понаехали. Почему-то Краснодар. Думаю, что здесь рай. Здесь рай, да не для всех. Вот тут там рай. Умелись. Так, ладно, пойтутками баловаться. Наша модель готовится к съемкам. О! Вот тебе и ой. Вот, вот смотрите, как он. Давай. Вот, вообще не достает. 1.60 не достает. Так что, кто невысок ростом, среднюю размерочку берите себе. Кстати, тут есть шанс. Тут есть шанс. Тут в проушине амортизатора есть еще одно отверстие, можно сделать его чуть пониже. Но все равно этого будет недостаточно, чтобы комфортно себя чувствовать с невысоким ростом на этом мотоцикле.
что может быть лучше в такой солнечный день катнуть, просто кайфануть. Все говорят, когда садишься на мотоцикл, ну про меня, ты прямо оживаешь. И это действительно так, то есть вот по-другому не скажешь. Мотоцикл для меня это очень много значит. Бодрит, веселит и продлевает жизнь, я надеюсь. Всем кайфа и побольше. С вами был Андрей Гусь. Пока.